По компонентам она ее обгоняет на 3,5 балла. Не на 3,5, на 2,5. А по элементам проиграла ровно 3. И ни в одном акселе здесь, конечно же, дело. Юнаким. Она, конечно, будет сейчас здесь выступать и диктовать свои правила с позиции силы. Чемпионка мира. Катается под музыку из кинофильмов о Джеймсе Бонде. Ну, прям вот так, как и должно быть, когда тобой занимается такой тренер, как Брайан Орсер, и такая компания, как AMG. Именно та программа, именно тот стиль, именно то катание, но которое будет еще лучше. Очень модно, очень стильно, хорошо, легко. Высокие, длинные прыжки, тройной каскад. Ох, и не хватает французам камеры slow motion. Ох, не хватает. Это флип в ее исполнении. С опаской следит за Лутцем Брайан Орсер, хотя, конечно же, все четко.
только судьи и их замедленные повторы, точнее, технические специалисты, могут там что-то такое углядеть, но могут, если сильно захотят. Очень расслабленно, очень элегантно, как будто она действительно и не катается вовсе. И как будто ничего не может ее испугать. Вращение. Здесь у нее и у ее одной из преследовательниц мало осада. Конечно, много всего общего в исполнении этих элементов. Они мастера высочайшего класса. И основные претенденты на победу. Борьба будет вестись за каждую сотую в течение всего сезона. Хотя сейчас, конечно, Юнаким в одну калитку укатывает свою конкурентку. 76 баллов. Это на 4 сотые всего лишь меньше, чем ее собственный рекорд. Но, естественно, здесь и сейчас это нокаут всем остальным спортсменкам. Правда, еще не выступила Каролина Костнер, но все равно 76 баллов. Это, как сказал сейчас Брайан Орсер, действительно good start.